Петре. Я не была здесь лет 5, наверное, уже, да. И сегодня удалось почувствовать крымскую зиму, потому что здесь есть снег, хотя он фрагментами, но тем не менее. И такие потрясающие виды могут быть только тут, словно из иллюминатора смотришь в окно, напоминает полет в самолете, вот эти облака. Я благодарна ребятам, то, что выбралась с ними и получила столько удовольствия от этой поездки. Она была с приключениями, но мы получили много-много положительных эмоций. Будем вспоминать и улыбаться. Расскажи про приключения. Ну что, у нас оказалась летняя резина почему-то, и мы с Мариной толкали машину. Я, наверное, первый раз в жизни толкала автомобиль, видела это только, как делают другие. Вот. Ну, на самом деле, очень круто пробежаться по зимнему лесу, подышать свежим воздухом и ощутить себя в такой роли первый раз. Очень круто. Спасибо ребятам. Это все опыт. Oh!